Если ты сбежишь с этой тюрьмы, получишь 1 000 000 баксов. Малыш, может договоримся? 50% мои, 50 твои. Только открой клетку. Мой драгоценный пленник. Зуб, лучше ее не зли, съешь торт. А это что, Барри Пристон? Она его так расцеловала, что он неделю уже так. Я тебя понял, братка, тортик. Так тортик, меня так целовать не надо. Да он, блин, обалдеть, какой вкусный. Давай-ка еще раз. А это что такое? Я не понял. А что это за крата такое? Ребята, братишки, у меня, походу, есть ложка, и я могу откопать. Можно выбираться теперь, 1 000 000 баксов мои. Не захотела она, но как хочет. Так, здесь лава и гвозди такие какие-то странные. Давайте быстро отсюда сматываться. Детка, ты передумала? Я не понял, куда она пропала? Походу, у меня уже глюки. Ладно, я все собрался. Никакие это пара и мы не сможем стать. Она, блин, преступник, а я, блин, 1 000 000 баксов всего хочу. Но семья у тебя, конечно, очень страшная. Здесь нам нужно нажать кнопку, и у нас что-то активировалось. Так что можно отправляться сюда. Она даже в бинокль смотрит и меня заметить не может. Ну, конечно, может быть, она и передумала. Но ты ж ничего не говоришь мне, малыш. Так что 1 000 000 баксов останется со мной. И, Барри, ты тут что забыл? Ладно, давайте повентиляться и быстренько отсюда восматываться. И мы еще можем летать. Вот это вот поворот. А это что такое было? А нет, она все-таки меня любит. Ну ладно, чуть что, мы сможем с ней договориться. Воу, воу, полегче, малыш. Малыш, да что-то она ход ведет на меня. Она, походу, себе захочет 1 000 000 баксов собрать. И здесь у нас папа пицца. Нифига себе, у тебя пицца какая стоит. 5 000 баксов, не. Я лучше потом сам выберусь отсюда и куплю себе много пиццы. Так что, ребята, давайте отсюда сматываться. И здесь у нас какая-то есть кнопочка, чтобы отправиться дальше. Ладно, давайте вот так вот перепрыгиваем сюда. Самое главное не упасть. Ну все, теперь я выберусь отсюда. О, братан, а ты тут как оказался? Зуб, тебя спасти, 1 000 000 баксов. Ля, понятно, за деньги я скажу да, и Даньку еще взял с собой. Ладно, погнали по-быстрому отсюда убираться, чуть что меня подстрахуетесь, потому что у нее есть какой-то мужик. Блин, конечно, я расстроился, но 1 000 000 баксов, как говорится, с братишками поделиться всегда рад, а не то, что вон ты с каким-то, блин, мужичком, таким качком, конечно, не то, что я. Я ж тоже красавчик. Здесь нам нужно выбираться дальше, и тут у нас находится фламинго. Давайте вот сюда вот стул поставим наш, и нам нужно как-то выбраться. Блин, братаны, братаны. Отлично, они взяли, скинули мой дул. 5 минут спустя. Век, блин, пройдет, а мы никак не сможем зайти. И это что такое? Блин, ты этого не видел. Ля, вот это вот кошмары очень страшные. Блин, в туалет зашел. Выбраться собрался, я тут еще говно. Блин, ё-моё, давай открывать отсюда. Воняет так как. Фух, блин, братаны, ну предупреждать же надо. Каждому была дана дверь, а вы взяли меня, кинули и пошли куда-то дальше. Давайте дальше отправляться и выбираться отсюда. Хотя бы какая-то кислота, да, ну по сути. Но это не какашка, я не видел вот это вот, как она какает, блин. А я еще думал, невеста моя, она ж такая карамелька, вкусненькая, сладенькая, блин. А, блин, оказалось, как срет, да офигеть можно. Блин, я в шоке. И ты чё, махаешь мне? Ты что, замутить со мной хотела? Да не, у тебя просто нету шансов после такого, то, что я увидел. Мне пипец, как очень стрёмно. Я хочу отсюда выбраться и забыть об этом, как о страшном сне. Давайте вот сюда вот забираемся. И здесь у нас какие-то дверь, куда мы не можем пройти. Зато есть вентиляция и мои братаны. Погнали дальше. И тут аккуратненько давать через вентиляцию проходить. Она спит? Офигеть, как ты вообще появляешься? Выпусти меня. Да, братишка, без проблем. 1 000 000 баксов, только защищай меня. Я тебе дам просто 100 000 долларов. Офигеть, ё-моё, подождите, там что-то два. Выпускайся, братан, защищай меня. 100 000 тебе на счет переведу. Так, аккуратненько, аккуратненько выпускай. 1 000 000 баксов еще тебе отдам, если ты ее задержишь хоть как-то. А что это у тебя с глазом? Не, ты реально баклажан, качок. И моя принцесса, мне тебя так жалко. Но я буду тебя любить. Спасибо тебе за ключ. Все же, как говорится, мне 1 000 000 баксов останется. И мои братаны, вот он. О, а Данька куда пропал? Ля, походу, не хочет 1 000 000 баксов. Ну ладно, нам больше достанется. Давайте эти двери открывать и дальше отправляться. А это что? Ёжды матрешкин. Я понял. Это тюрьма Бан-Бана. Ё-моё, давайте отправляться по-быстренькому сюда. 5 минут спустя. Зубчик, один ты 1 000 000 баксов не заберешь. Да ладно, ладно, я поделюсь, братан. Только защищай меня. Давай дальше отправляться от этой злой тетки. Братва, у нас все нормально. И чего? А, блин, ёж ты, матрешкин. А это кто такой? Жора, Жора, что нам нужно делать? Пушку взять. Ё-моё, пушечка, ты чё? Ну-ну-ну-ну-ну, она еще покушай. Ты медленнее становишь. Ты чё делаешь? Винни-Пух. Ой, ёж ты, матрешкин. Вот это вот наш Винни-Пух, и у тебя есть ключ. Нормально. Пушка такая очень крутая, а ее больше нету. Вот это вот, конечно, обидно, но она появилась. Ребят, пушечка-то моя, ключик у меня. Ну-ка, на-ка, потолстей, братишка. Может, мне половина отдастся? Да нет, ты не просто не какой-то очевидный. Не толстеешь. Вот это вот хорошо. Ведешь, занимаешься здоровым образом жизни, и ты не толстеешь. А то, блин, как это, блин, взяла, жора-обжора съела, и все стало капец какой-то гориллой. Да, вот это вот, блин, туннели наши превосходные. Давайте здесь отправляться. Ускорение включаем.
прыгаем и сюда залетаем. Как раз все хорошо, пацаны. Вы что, какие-то неуправляемые стали? И ты любишь песиков? Ну, конечно, люблю песиков. А ты вот любишь песиков или котиков? Пиши в комментариях и лайк поставь. Мы как раз проверим, сколько любят тебе песиков и котиков. Так, Данька, погнали. И это еще и батут. Оу! Я по-любому в этом году попрыгаю на батуте. И вот так вот отправляемся дальше. И это реально круто. А это что за туннель такой непростой? И это робот? Робот, блин, ешь ты, матрешкин. И здесь у нас, посмотрите, кто есть. Это как раз тюремщик. Вы что с ними сделали? И это фламинго? Ё-моё, тут какие-то опыты очень страшные проводятся. И почему-то ожила? Почему-то ожила, ё-моё! Быстро, быстро, что нам нужно делать? Она еще включила лазеры. Она меня по-любому поджарит. Роботы, блин, для своих, блин, тестов сделают какие-то инновационные штуки. И потом будут на нас экспериментами ставить. Но у нас есть мыло, вода. И что нам, получается, нужно сделать? Пацаны, вы чё, зачем меня сделали это? Думал бы, брат, меня избавишься? Нет, так дело не пойдет, блин. Ты от меня не избавишься и не получишь, блин, большие баблишка. Вот мне дадут 1 000 000 баксов, а я тебе уже дам намного меньше за эту подставу, блин. Хотел от меня избавиться, и бабла, блин, не было. Так, давайте вот сюда вот ведро скидывать. И получается, нам нужно голову подобрать ее. И зачем она? Чтобы поставить ее вроде бы сюда. У нас тут двери открываются. Ладно, погнали дальше. А это у нас что за такое непонятное? И тут у нас кола. Кола? Да не, какая кола? Кола невкусная. Лучше лава-лава. Она намного вкуснее. Пошлите за догами и хот-догами. Подкрепимся. И как раз отсюда вылетим. Но вы посмотрите, какая тут армия роботов. Это меня начинает пугать. И это что такое? Это Джамбо Джош? Нам нужна какая-то катапульта, чтобы ее вытолкнуть, и мы спокойно смогли пройти. Сюда вроде бы написано «не заходи», но мы сюда зайдем. Давайте сюда зайдем. И нам, походу, нужно туда пробраться, потому что там у нас секретное оружие, боеприпасик. Давайте сюда мы поставим. Место возьмем еще наш самый здоровенный, чтобы нам было проще. И мы быстро туда забрались, никому не мешая. Давайте вот так вот ставим и отправляемся. Но этот, блин, это, походу, и есть предатель, мне кажется, вот Бебра. Потому что по-другому, ну никак нельзя. Ну как ты меня мог столкнуть? Открываем эти ворота. Рота и пушечку нашу катапульту сюда вставляем. И что это будет? Блин, посмотрите, как улетело. Это и впрямь, как во второй главе. Ё-моё, вот это вот разработчики очень крутые. Погнали дальше отправляться и посмотрим, что же нас ждет. Это если, получается, мы проходим вторую часть. Тут еще встречает какая-то наша жаба. Ну давайте сюда вот отправляйся. И тебе нужно подать свет, чтобы открыть вот эти вот двери. Первую мы открываем. И нам нужно вторую, блин, просто активировать. Вторую мы активируем. И давай посмотрим, насколько я, блин, крутой. Но у меня не получилось. Ладно, я понял, что мне не получилось. Мне предлагают вот это вот купить. И здесь выбери правильный ответ. Синяя либо красная. Но, Барри Пристон, я знаю, конечно, что если я по тебе скатываюсь, то это не то самое. Но мы же играем, блин, в полицейскую девочку. Так что давайте сюда. Надеюсь, мы угадали. И здесь у нас... Ё-моё, вы чё, малыши, которые тренируются? И здесь... Мишка, спаси меня! А что такое... Ты Мишку, блин, обидел, ты чё, вообще офигел, блин? Ё-моё, а мы чё, офигеть, не рви Мишку, ты иди попотам, блин, зачем ты это сделал? У нас есть вентиляция, и нам нужно ее открыть. Значит, получается, двери мы не можем, получается, пройти, и нам нужно что-то тут найти. А, вот эту кнопочку, давайте активируем тут, и дальше отправляемся. Братаны, не опаздывайте, потому что если кто-то тут останется, то он останется без денег и в тюрьме, блин, навечно. Аккуратненько проходим подставу, я надеюсь, вам не дал, а мы дальше отправимся вот сюда. Да, вот. Ух, блин, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Блин, вентиляция, блин, ё-моё. Здесь еще посмотрите, какие колья. Давайте вот сюда вот выбираемся. Братан, братишка, Данька, погнали дальше сюда отправляться. И это чё? Чё за качок? Ты чё задумал? Качок! Блин, это ж полицейский. А это что такое? Ты чё остановился? Ты чё смотришь? Как будто бы лучше туда не заходить. И это что? Почему мы спускаемся на лифте вниз? И ты опять тут? Вот ты куда пропала? Ё-моё. Нет, нет, зачем сирену? Зачем ты сделала? Офигеть. Ёж ты, матрёшкин. Либо у меня пошли какие-то глюки, либо мы попали в третью главу. Возьми этот предмет. Что-то меня кажется, что нас специально сюда пустили, чтобы тут мы кого-то нашли, блин. Нам нужно выбраться. Хотя нет, просто проход прокопали. Давайте дальше отправляться вот сюда, вот, вот так вот. Это тяжелое испытание, и здесь... ты чё за подставу даешь? Все, только 1 000 000 баксов будет наш на двоих зданий. Потому что ты какой-то кракозябра, блин, блатной. Что хочешь нас уничтожить? Давайте вот так вот аккуратно пропрыгнем. И сюда запрыгиваем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как это было страшно. И чё, мы все это делали, чтобы вот сюда вот запрыгнуть, пройти? Вы чё, надо мной издеваетесь? Это какой-то новый блокбастер. Давайте вот сюда вот быстро отправляться. Фух, блин, вот это подстава. О, карамелька. Карамелька моя, ты все-таки передумала и... Нет, она не передумала. Короче, что-то ей вообще плохо, и она как-то себя уничтожает. А это вагонетка. Ребята, вагонеточка. Как в радужных друзьях мы скатываемся на низ. Чё-чё, Чарльз, мы идем к тебе. И это что такое? Нет.
нет, нет. Нет, 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 что со мной происходит? Что со мной происходит? Блин, Блинский, что это такое? Посмотрите, там и Даньке кобзец стало. И это что? Все? Нам кобец? Это небольшие бади были. Хорошо, а здесь это что? Это собака? Блин, посмотрите, а это мелкая вообще. Да не, засранка, у тебя ничего не получится. Мы тут аккуратненько по забору пройдемся и выберемся. Не нужно тебе тут репетировать. Вот так вот проходим, вот так вот, давай быстрее. И все. Пацаны, отлично, вы молодцы. Так, это у нас суперская тачка, ускорение тоже суперское. И там, походу, нам нужно перепрыгивать. Фух, получилось. Давайте вот сюда вот запрыгивать. И ускорение у меня как-то слабо работает, но мы по-любому отсюда выберемся, потому что мы уже на воле. Из тюрьмы вы выбрались, хотел сказать, но... Там какая-то женщина. Женщина от меня никак не избавится. Она, походу, плачет. Че, пацаны, поделимся с ней, чтобы она, если с работы ее уволят, то не так все было грустно. И чего? It's trap? Так, подожди, сражайся. Нет, не-не-не-не, что это за робот? Отстань от меня, женщина! Любовь моя, я последний раз тебе предлагаю. Давай еще думайся, я тебе дам 100 тысяч баксов, и ты купишь себе, офигеть, сколько много вещей. Но ты не захотела, и ты как-то... Плохо тебе стало, я понял. Можно, как говорится, зубчиком не заключать сделки. А мы давайте вот сюда вот отправляться и вертолет. Пацаны, пока там сражаются, миллион баксов останется при мне. Так что, ребята, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, потому что у нас выходят крутые видеоролики. А мы с тобой не прощаемся. Увидимся в этом ролике, либо в этом. Жду тебя там.